Продолжая тему благодеяний, расскажем об учительнице из Актау, которая активно занимается утилизацией мусора. Мирамгуль Тунгатарова, педагог труда, из бытовых отходов создает уникальные предметы повседневного обихода. Она не только обучает детей, но и проводит дополнительные занятия, вдохновляя их на экологически ответственный подход к жизни. В этой школе, где творчество и экология идут рука об руку, можно увидеть удивительные вещи. Орел, щенок, фрукт, а также девочку и мальчика. Все это создано из отходов. Пластиковые изделия, которые ежедневно отправляются на свалку, здесь перерабатываются и превращаются в нечто новое. История этого проекта началась с любви Мирамгуль Тунгатаровой к природе. Ее первая работа, семейная модель, выполненная из отходов, стала настоящим шедевром и завоевала приз на республиканском конкурсе преподавателей по предмету «Художественный труд». С тех пор учитель продолжает утилизировать мусор, даря ему вторую жизнь и вдохновляя своих учеников на творчество. Основная задача – производить новые вещи из старых, править их и пропагандировать в обществе, что все можно исправить. У нас много вещей сделаны в национальном стиле. Экология города нечистая. С одной стороны, мы считаем, что вносим вклад в чистку экологии Актау. В течение 5 лет учитель активно занимается утилизацией отходов, обучая своих учеников искусству превращения ненужных вещей в полезные предметы. Теперь пластиковые бутылки, картон, бумага и целлофановые вырезки не оказываются на свалке, а находят новое применение. Это не только способствует дисциплине на уроках трудового обучения, но и вдохновляет детей на творчество в кружке рукоделия. Дарим мусору новую жизнь. Я думаю, что это влияет на нашу экологию. До сих пор я делала много вещей. Первым сделала кувшин из баклажек. Снаружи обернула картоном. Второй я сделала девушку. Сшила платье из салфеток. Все это ведет наш руководитель по художественному труду. В школе учитель, который смотрит на бытовые отходы с новой перспективы, обучает молодежь к экологической культуре. Мирамгуль Тунгатарова сделала традиции совместно с учениками изготовления школьных принадлежностей, которые они затем дарят родным и близким. Азин Сабитхаза, Рулан Аметла, Дидар.